14 декабря, в День башкирского языка в Республике Башкортостан, в Башкирском государственном педагогическом университете состоялась торжественная церемония награждения студентов, удостоенных стипендии имени Мифтахетдина Акмуллы. Их наградил глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Перед торжественной церемонией руководитель региона, ректор БГПУ имени Мифтахетдина Акмуллы Салават Сагитов и почетные гости возложили цветы к памятнику башкирскому поэту и просветителю, который расположен перед учебным корпусом Акмуллинского университета. Чөнки башкорт теле үстерге, атларга, на яшлер, яшерге, тарышарга. Шул башкорт теле иренерге модалы болырга тэ, мен шулай тэ бетерге тэле. Тура, барбла, бұл күндер күтлайым, хэм, унутмайық, бүгін бейік Акмуланың туан күні. Чөнки барызда білеміз, ин, менінсе, ин мүхим уи болган бұл бейік инсанның бейік кішінің халқына, халқа ұқу кәрек кереккені. Шыға, достар, барығыла құтлайым, әм ешлерге оңыштар тілейім. Именная стипендия имени Мифтахетдина Акмуллы учреждена в 2006 году. Стипендия присуждается за высокие результаты в учебной и научной деятельности, связанные с изучением родных языков народов Башкортостана. В этом году стипендии имени Акмуллы удостоились Сюзанна Аракелян, студентка 5 курса Института филологического образования и межкультурных коммуникаций, Айгузель Муртаева, студентка 3 курса факультета башкирской филологии, Юлия Буракова, студентка 4 курса колледжа БГПУ, Чингиз Галимов, студент факультета башкирской филологии. Министра это был стипендия Шунда и Эзгина Кирилла. Бишь меня теплым путарезм, я ладно. Я безумно рада быть частью такого мероприятия. Мне было очень радостно получить грамоту от рук самого главы республики. И в целом я безумно рада, что все мои старания, как бы я за них получила награду. И теперь у меня есть еще больше мотивации работать, учиться и достигать еще больших высот. Любое выступление, любой конкурс – это для меня всегда большая ответственность. Я очень ответственно подхожу к подготовке, и то, что я получила этот диплом, мне на самом деле очень приятно. Это все, конечно же, благодаря нашим преподавателям, благодаря моему куратору, которая поддерживала, помогала и верила. Будущим стипендиатам я желаю не сдаваться, не упускать любую возможность участвовать в различных научно-исследовательских, культурно-просветительских проектах, ведь опыт и знания, полученные в студенческие годы, станут фундаментом в нашей дальнейшей жизни. Ежегодно студенты БГПУ заслуженно становятся стипендиатами имени Мифтахетдина Акмуллы. Несомненно, именно они, молодые специалисты, внесут свой вклад в развитие родных языков.